приветствую всех зрителей нашего канала. У нас вот отпуск, наконец-то мы летим в Турцию из Архангельска прямым рейсом. Видите, самолет у нас, сели уже в кресло. Сейчас поедем. Время 2:45 ночи. Посмотрим, сколько прилетим.
dostlarımız Antalya Uluslararası Havalimanı'na hoş geldiniz. Antalya'da yerel saat 8.15 ve sıcaklık 31 derecedir. Kendi emniyetiniz için kemerlik ışıkları sönünceye kadar lütfen kemerlerinizi çözmeyin ve yerlerinizden kalkmayın. Уже едем. Все нашли. Ульяна у нас гид. Хорошая девочка. Все нам рассказывает. Program bitiyor. Program bitti. Benim yine Rus programı. Также, что касаемо валюты, да, у нас здесь турецкая лира, в ней 100 кюрши, такая разменная монетка, аналог нашей копейки. Если она у нас сохранилась в стране, может, не может где-то есть копейки. Вот. Также в обиходе доллар, евро. Сразу скажу, рубли почти нигде не принимают. Сейчас у нас, да, карта медни действительно. То есть, если у кого-то есть виза, мастер-карт, в принципе, можно рассказывать. Также мы всегда советуем нашим гостям доллары, евро менять на турецкие лиры. Для чего это нужно? В принципе, доллар, евро почти везде принимают. Да, но есть такая ситуация.